город мой Киев, тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Витаю. Вальчка, какое сегодня число? 17. 17 какого месяца? Какого года? 15. Ну, чтобы мы там к старости с тобой не забыли, какому году с тобой встречались. Вальчка, ну ты улыбнись немножко. Ты слишком серьезно для моих зрителей. Можешь привет им передать? Вы видите, какая у меня самая серьезная подружка из всех моих подруг. Вот чтобы вы видели. Чтобы вы видели. Сегодня мы с Вальчкой пришли на выставку цветов. Сейчас вам покажу. Это купола Печерских лавр. Видны вот с выставки цветов. Ну, Днепр, посмотри, если ты пристанешь, видно Днепр. Да? Сейчас пристану. Ага, вот Днепр виден. Мы с Вальчкой пьем кофе. Сейчас вы представляете, какое хорошее настроение, какая вот какое лето, какая зелень. Сейчас еще с Вальчкой увидим столько цветов. И вот сейчас смотрите, в какой мы красоте сидим. Вот вообще обалденная красота. Вот Днепр видим. Там идет концерт. Сейчас пойдем мы туда вниз смотреть этот концерт. Сегодня вообще очень много мероприятий, как всегда, по Киеву, но именно. Ага. Вальчка, ну что, кофе напилась? Вкусно было? Это свистулька такая огромная. Ну, называется она зазулыца. Вот такая огроменная свистулечка. А здесь делают шашлыки. И расцвел еще шиповник. Шиповник, Валя, какого цвета ты сказала? Розовый. Розово-малиновый, Валя сказала. Валя у нас художница. Она вот настоящая художница. Она очень красиво рисует. Я когда-нибудь покажу ее работы. И вообще рукодельница такая, что вообще ее работы надо на выставке выставлять. Лучики такие интересные продаются. И вот еще, сейчас я вам покажу, начинается выставка. Эта выставка посвящена Дню Европы в Украине. Поэтому вот первая экспозиция – это город Люксембург. Город Люксембург, красненький, немецкий. Это у нас даже написано, что это Норвегия. Сейчас
В Норвегии, конечно же, рыбки. Почему-то розовые. Ну, может, в Норвегии и розовые. Подольский район Киева выполнил эту работу. Какая у нас Норвегия? Я думала, это не живая. Оказывается, она живая. Интересно. Вот сейчас рассмеется. Ух ты, ух ты. Как она двигается. О, как настоящая русалочка. У нее хвостик есть. О-о-о, ручками. Ничего себе. А это Италия. Шевченковский район города Киева сделал Италию, высадил. Высадил Италию. Пизанскую башню. Вот так. Ну вот, с этой стороны уже Пизанская. Это Объединенное Королевство Великой Британии и Южной Ирландии. Север, Пивничный. Вот получается здесь телефон какой-то, трубка телефона. Какие-то домики. Ну, Великобритания вся в таких квадратиках, наверное, да, Валь? Не знаю. А вот это Биг Бен часы, Биг Бен часы, Биг Бен. Можно было сделать какую-нибудь. А, и интересно. Да. Кружка чая ти. В Объединенном Королевстве. Как же без чая в Лондоне? И королева. А следующий. Следующий, это Печерский, по-моему, район. А следующий, вот, это что это? Квадратики? Это опилки, да. Опилки подкрашены. А вот это называется бегония, красно-который цвета, хлорофитум зелененького. И вот это вангута мы называли ее тоже. И инертный какой-то материал, да, присыпка. Ну да, сейчас крошку очень используют. Видишь, зонтик, Лондон должен... Ну, сегодня тоже погода, как в Лондоне, мне кажется. Версаль, да. Версаль, Париж. Мы были позапрошлом году осенью в Париже. О, велосипед. О, и собачка такая. Пудель, пудель. И велосипед. А вот пудель поближе вам с ним... Пудель такой красивый. А нос самое главное. Посмотрите, какой настоящий нос у собачки. И глазки настоящие. Домик. Ну да, очень сказочно. Это Ирландия. Мне сразу захотелось в этот сказочный городочек попасть. К этим гномикам интересным. К этим... Таким вот, вообще такой смешной. Или мальчик, или девочка, не знаю, с крыльями. И домик такой. Я тоже хочу такой домик. Ну да, очень сказочно. И девочка рядом такая смешная. И волшебный домик. Видите? Мостик с синенькой рекой. Да, Болонский. А это королевство Дания. Уже кораблик, на кораблике плывет девочка или мальчик. Вот такие рыбки большие, красные, желтые. Да, чайка хорошо вышла одна, и чайка вторая хорошо вышла. Домики такие. А вот здесь вот высажены, смотрите. Ага, где-то взяли, да, принцесса. Ага, алоэ, да. Они уже вздыхали. А вот морские звезды даже есть. О, смотри, жемчужинка есть.
в раковине жемчужинка. Здесь и море, и пальмы, и все, все вместе соединилось. И русские. Посмеиваем наш. Павло Зибров поет. Кто? И наш крещатый. Живет в Украине, знает каштан, этого певца. Каштан, Софии и лавры кресты. И яды, вы сестры мои и браты. И я з вами дощі снігопади, у черзі за щастям стою і волаю по київській владу, горілку по київській пілю. Гості, я і друзів розумів, і ворогів не прощати. Бо хрещен батько мій, то хрещен, то хрещен. Я і друзів розумів, і ворогів не прощати. Бо хрещен батько мій, то хрещен, то хрещен. Спасені кажу своїй долі, що в чорній пустелі ночі на сотні разів Боже волів від ваших киянських очей. Киянки, веселі сумні помінки, найкращі у світі коханки, найкращі у світі жінки. І разом я і друзів розумів, і ворогів прощати, бо хрещений батько мій, то хрещений, то хрещений. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, то хрещений, то хрещений. Вам скажу, що я вам з Тернами, що Київ зміняв на Москву, но! Не вірте, панове, і я з вами за київським часом живу, київським. І де б я не був за кордоном, я знав, що завжди повернусь додому, 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 святу мою київську Русь. Разом я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, то хрещений батько мій, то хрещений, то хрещений. Еще мы до той клумбы не дошли. Thank you.
здесь из цветов сделано, сухих, очень красиво. Тут настоящие прям розочки. Ой, а какая красивая вот эта композиция. Красиво играет, боже мой. Василь Попадюк. Тому, я думаю, что это дуже дорого. Василь за память, Василь за чудову музыку, Василь за непереможную. Смотрите, как гончарство учат и вот делают сразу такие тарелочки. Здесь вот ручной работает, женщина сама делает. Очень красивые бусы. Покажу, что я купила. Ова сна сміється, більше мовчать не змозі. Милий, послухай, серця нам не по дорозі. Рано красою вниз.
Ваня плачет, я за ним. Вот мне еще нравится вот такой браслет. На каракалпакский похож. Вручную делает мотанки женщина. А здесь мужчина сам плетет вручную, посмотрите. Привет! Это Швеция. Заслуженная артистка Нильс. Узнаю Нільса. Ми дуже раді, що вона з нами працює. І ще більше раді будемо почути від неї творчі дарунки. Карлсон. Своєму колективі. Будь ласка, Жанна. Швеція. І часи такі. А тут, смотрите, мама знімає відео, щоб дітки... Танцевали. Прекрасная весна. Вот, дорогие мои, показала я вам выставку цветов. Всем пока-пока, до скорых встреч.